Всем привет! Сегодня мы с вами сошьем юбку на резинке из вот такого хлопка клубничками. Это очень простая юбка в пошиве. Сейчас вам все покажу. Вы можете сшить такую юбку для себя. Также такие юбочки шьют мама-дочка Family Look. То есть просто юбка из хлопка на резинке. Сейчас покажу. Все будет очень-очень просто. Это такой пляжный летний вариант юбки, которую можно носить с маечками, футболочками. Как шить футболку, есть видео на нашем канале, также есть выкройка. В описании оставлю ссылочку. А сейчас мы с вами сошьем юбку. Очень быстро, просто и легко. Нам понадобится с вами резинка, хлопок и ваше хорошее настроение и желание шить. Итак, что нам с вами понадобится для пошива? Для пошива нам понадобится вот такая плотная резинка. Например, смотрите, у меня талия 71 сантиметр, я беру резинку 65 сантиметров. Так, вы уже исходите из своих мерок. И понадобится хлопок. Ткань у меня длиной 60 сантиметров отрез. Я хочу юбку, потому что длиной 50 сантиметров, 10 сантиметров я оставляю на подгиб. И ширина ткани у меня 240, я полностью оставляю эту ширину. Вы можете взять 1,5 метра ширину, какую вам хочется. То есть здесь зависит от того, какую вы хотите сделать сборку на юбке. Чем больше сборка, тем, естественно, шире уже будет у вас ткань. То есть еще раз, смотрите, резинка 65 сантиметров, на талию 71 сантиметр. Ткань длиной 60 сантиметров, на длину юбки 50 сантиметров, с учетом того, что подгиб 10 сантиметров. И ширина ткани у меня 240. Это турецкий хлопок, Ранфорс, органический. Вот такие красивые у нас будут летние клубнички. Итак, теперь приступаем с вами к работе. Так как я знаю, какой длины у меня будет юбка, я начну с обработки заднего среднего шва. И сразу же обработаю низ юбки, а потом уже буду показывать вам, как пришивать резинку. Итак, первое, с чего мы начинаем, мы обрабатываем с вами задний средний шов на юбочке. Итак, мы с вами берем нашу ткань и скалываем ее по заднему среднему шву. Складываем лицом к лицу, то есть вот таким образом у нас будет. С вами сейчас я сложу, вам покажу. Так, вот, складываем лицом к лицу. Мы сейчас с вами сколем этот шов портновскими, ткань портновскими булавочками. Таким образом. Очень легко так шить детские юбочки. Повторюсь, то, что для мамы, дочки, Family Look очень тоже хорошо получаются. Такие летние пляжные юбки для жары. Смотрите, такой для жаркой погоды. Вот у нас с вами задний средний шов здесь будет, да? Мы складываем ткань лицом к лицу. У нас будет один шов. Так, вот, смотрите, скалываем булавочками. Потом мы с вами строчим этот на швейной машинке и обметываем оверлоком. Я в разутюжку делать не буду, я просто прострочу и обметаю. Вы можете... Как хотите сделать, можете в разутюжку шов делать, как вам больше нравится. Так, смотрите. Скололи, чтобы нам с вами было удобно строчить. Так, ну вот скололи. Все, теперь мы с вами строчим и обметываем край. Итак, смотрите, я прострочила и обметала срез. Вот, смотрите. Все это у нас с вами готово. Теперь мы заутюжим шов. Вот таким образом. Итак, смотрите, вот мы с вами прострочили, обметали и заутюжили этот шов. Теперь обратим внимание на наш принт, чтобы ягодки, цветочки, любой вообще принт шел в правильном направлении. Смотрим, где у нас вверх, где у нас низ. Да, вот у меня, видите, клубнички, они глазками закрытыми здесь есть. Поэтому это у нас будет верх изделия, это низ. И теперь приступаем к обработке низа изделия. Опять говорю вам, я знаю длину, которая мне нужна, поэтому я сразу обработаю
низ изделия. Если вы не уверены, в какой вы хотите длины юбочку, можете промотать слегка видео, сделать со мной вместе, пришить резинку, а потом вернуться и уже обработать низ, когда сделаете примерку. Таким образом еще можно сделать. Смотрите, как вам будет лучше. Итак, для того, чтобы нам было с вами быстро, просто и легко обработать низ нашей юбочки, мы с вами берем ленту сантиметровую и мел. И от низа изделия отмеряем 5 сантиметров. Ну, смотря какой вы хотите сделать подгиб. Я хочу, чтобы он был широкий, потому что я считаю, что так намного красивее и лучше смотрится. Смотрите, 5 сантиметров от низа изделия. Вот таким образом по всей длине изделия вы отмеряете, проводите одну ровную линию, то есть соединяете все эти точечки и заутюживаете уже этот подгиб. То есть сначала мы отмеряем 5 сантиметров. Вот смотрите, предположим, мы с вами по всей длине уже отмерили, да? Вы вот так вот подгибаете по этой линии, заутюживаете. Потом покажу, что делаем дальше. Потом с вами еще отмерим 5 сантиметров и еще раз подогнем и заутюжим. Так нам будет с вами намного удобнее и комфортнее обработать низ изделия. Вот смотрите, так по всей длине отмеряйте 5 сантиметров. Так вот. Итак, смотрите, вот мы с вами отмерили 5 сантиметров по всей длине изделия. И сделали подгиб, заутюжили его. Сейчас покажу дальше, как сделать. Итак, вот, смотрите еще раз. Да? Мы с вами заутюжили. Теперь мы еще раз, опять же, от края откладываем 5 сантиметров по всей длине изделия, таким же точно образом, как делали до этого. Проводим одну линию через эти точки. И по этой линии опять же заутюживаем наш с вами подгиб. Таким образом. И потом нам очень удобно будет строчить на швейной машинке. Смотрите, вот. То есть по всей длине изделия отмеряем 5 сантиметров. И делаем еще раз. Вот таким образом мы с вами подгиб делаем. И тоже его уже заутюживаем. У нас с вами получится вот такой подгиб. Красивый, широкий. Он очень хорошо смотрится. И потом строчим на швейной машинке уже здесь вот в край, по изнанке. Итак, смотрите, мы с вами заутюжили. Да? Вот у нас что с вами получается. Вот такой подгиб. Раз, два. Теперь мы с вами, еще раз говорю, строчим в краешек на швейной машинке. И все, наш подгиб готов. То есть очень легко, просто и красиво у нас с вами получается. Очень будет вам удобно, все будет ровно, никуда ничего ездить не будет. Очень-очень все быстро получится. Все, строчим в краешек. Итак, смотрите, какой у нас получился красивый низ юбки. Да, низ нашего изделия. Вот такой широкий подгиб, очень аккуратный. Так. Обязательно пишите в комментариях, все ли у вас получилось, все ли вам понятно. Делитесь обязательно своими работами, пишите нам в инстаграме, скидывайте. Так. Ссылка на наш инстаграм и группу ВКонтакте тоже в описании есть к этому видео. Так, низ мы с вами изделие обработали, все. Готово. То есть, видите, все достаточно просто и легко. И осталось резинку нам с вами пришить. И, в принципе, юбочка наша будет уже готова. Итак, смотрите, что первое мы с вами сделаем. И еще обязательно, когда вы отмеряете резинку, сначала вы ее обработаете паром. Потому что она садится. Сначала обрабатываете паром, а потом уже отмеряете нужную вам длину. Потому что, да, она дает усадку, резинка, любая. Так, первое, что мы с вами будем делать, мы обработаем, ну, обметаем край резинки и стачаем ее на швейной машинке. И шовчик у нас будет вот такой
в разутюжку с вами должен получиться. Аккуратненький, ровненький шов. Так что смотрите, обметываем край и стачиваем на швейной машинке. Делаем шовчик в разутюжку. Итак, мы с вами стачали резиночку. Теперь мы берем, пока откладываем ее в сторону, берем нашу юбочку с вами, обметываем вверх. То есть вот здесь по кругу обметываем. И потом собирать будем на сборочку. Покажу, как правильно собрать юбку на сборку. Для начала обметаем. Итак, мы с вами обметали край нашего изделия. Теперь мы строчим. Делаем две строчки. Вот. От края на сантиметр одна строчка, а вторая строчка 0,5 от этой строчки уже будет. То есть две строчки на расстоянии между собой 0,5 сантиметров. Первая строчка от края 1 сантиметр. Сейчас прострочу и покажу вам, потом соберем на сборку. Итак, смотрите, вот прострочили, вот таким образом нужно было прострочить. Теперь берем верхние две ниточки, одна и вторая верхние, и начинаем собирать нашу юбочку с вами на сборочку, вот таким образом. То есть очень просто, главное аккуратно. И собираем, у нас бедра 95 сантиметров, то есть примерно вот до такого объема собираем. Потом уже растягиваем на нашу резинку и пришиваем. Это я вам покажу еще. Пока собираете вот так сборку. Тянете вот за эти две нитки, верхние именно. И собираете потихонечку, не торопясь, на сборочку. Равномерно распределяете. Таким образом, сейчас соберем всю нашу юбочку. Смотрите, вот такая сборочка получилась. Я ее распределила, у меня вот здесь получается объем 95 сантиметров, как бедра, чтобы было удобно одевать юбку потом. Вот такая сборка, смотрите. Всегда делается сборка, делаются две строчки, и потом собирается сборочка. Так делать правильно. Вот смотрите. Теперь мы с вами берем резинку. Итак, теперь мы берем резинку и нашу с вами юбочку. И распределяем резинку равномерно. То есть у нас есть задний и средний шов. Мы соединяем задний и средний шов с швом на резинке, то есть вот таким образом с вами соединяем, потом находим центр юбочки, центр не юбочки, а центр переда, центр резинки, тоже таким же образом прикалываем, и потом находим боковые. И точно так же равномерно распределяем и прикалываем. То есть резинка должна быть равномерно распределена вот таким образом. То есть мы лицом к лицу прикладываем и скалываем вот здесь. Равномерно все распределяем. Итак, смотрите, мы распределили резиночку с вами равномерно. Теперь будем строчить. Смотрите, строчить мы будем вот по этой стороне. Между этих двух строчек вот таким образом строчим на швейной машинке. Все, потом вот так вот вывернем. И у нас будет юбочка на резинке готова. Это у нас такая летняя юбка для жаркой, теплой погоды, для отпуска, отдыха. Такой вариант. Ну что, теперь строчим, и потом вам покажу уже результат. Итак, вот юбочка готова, мы пристрочили с вами пояс. Вот у нас такая тут изнанка получилась. Это у нас юбка без подкладки на жаркую, на очень теплое, жаркое лето для отдыха. Такая юбочка у нас получилась. Вот у нас тут с вами низ. Все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока-пока.